Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть Dragon Riders Chronicles of Pern, и в прошлой серии мы выпускали чувачков из их чуланчиков, из их камер заточения, и я долго тупил, бегал, искал, блин, где же эта херня, вот где этот последний ключ главного чувака, который, по идее, должен дать мне очень важную вещь для того, чтобы я смог зелье сварить, никак не мог найти, и, как оказалось, смотрите, в общем, я не нашел еще одну... Действительно, я не нашел ключ, потому что он находился вот здесь вот. Вот эта вот комната, в которой я оружие поднял на столе там свое. И вот здесь вот, оказывается, есть еще одна ниша, в которой есть ключи. Поэтому берем ключ камеры 5 и, довольные, возвращаемся назад. Если мы, конечно, сможем протиснуться в этот узкий проход. И освобождаем того чувака. Чем я безумно рад. Вай, выходи! Я загрузился раньше, потому что нужно и, во-первых, завалить того мудака. Вот он, Южную звезду мне дал. Новая информация у меня в дневнике. Вот. Таких тварей я еще не видел, они прямо такие жадные, так меня обвинили в предательстве. Так, я нашел лепесток розы, шел серебряную колючку, флик дал мне последний ингредиент, теперь прочь отсюда. Вот. Я зашел на верхний этаж, там, я не знаю, это глюки игры или не глюки игры, ну, в общем, меня почему-то назад уже перестали пускать, поэтому я загрузился с сохранения пораньше и решил вот этого переделать. Мне сейчас опять придется, конечно же, немножко промаяться с рабами, я это сделаю на паузе, и мы пойдем валить того мудака. Ну, вот, по-моему, сейчас с рабами, да? Да. Ну да, сейчас я тебя сразу же чички вальну. Даже не буду тобой интересоваться. Порежу тебя. Сука. Охереть, у меня похуже, чем в прошлый раз. Ну ладно, все, короче, на паузе это все сделаю. Так, ну как помните, я здесь вот этих чуханов загнал. Ну и сейчас будем драться с нашим любимым чуваком. Надеюсь, это получится. Я как раз сохранился перед этим. Так, ну ладно, мы все это наблюдали, это все на... Так, ну все, короче. Они начинают уже злиться друг на друга. Сейчас будем с ним осторожно валить его. Так. Жрем. То ять. Да блин. Я не хочу опять все это слушать. Твою мать, он меня сейчас убьет. Сука. Почему из рук выпустил? Так, и надо медицинский напиток сожрать. О. Вали ты его. О, отлично. Чуть не сдох. Не буду, главное, зарезал его практически. Забирай своего зверя. Змейку свою. Брючную. Это сбор уже на меня подумал, что это я все творю. Я тебя не видел. Ты меня не видел. Иди, короче, отсюда. Never. Here. You'll need this if you want your companion back. Чё это? Большой, богато украшенный ключ. Спасибо.
Я здесь еще порыскаю. Хочу еще, кстати, сходить там, позвонить в колокола. Он его начал там руками, ручищами валить. Ага. Шас, конечно же. Так, я не хочу это 100 раз слушать еще. Я сохранюсь опять. Сюда же. Поэтому... Пойду. Позвоню. По ком звонит колокол, как говорится. 3 раза, 2. 1 раз ничего не дает. 2 раза позвоним и 3 раза позвоним. Сколько раз следует позвонить колокол? Давай 2. Пэм. Пэм. Ничего не происходит. Давай еще 3 раза позвоним. Сколько раз следует позвонить колокол? Давай 3. Больше нельзя. Хера не происходит. Выкидываем это говно из рук, берем вот это вот и идем. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Не узнаем ни о нем, а нет, а нет, а нет. Тири-тири-тири-тири. Сидел он здесь на стуле. В стену смотрел. На шкуры. Ладно, теперь все. Теперь уже. Ну почти все сделали там с этим колоколом. Непонятно, что, что делать. Так, подожди, а у этого чувака никакой ключ не должен поднимать. Вроде нет. Ладно, идем туда. А, кстати. Это здесь коровяк сидит, что ли? А-а-а. Пойдем, значит, наверх туда. К этим бурбуляторам. Интересно, как меня сюда вообще пустили без того, что я завалил. Наверное, бы игра зациклилась бы просто, ну, блядь. Я же не могу вернуться. Дрыхнуть дракона. Все по контролем. Ага, под контролем. Так, что там? Ничего. Так, ну это мы можем столкнуть. О, здесь еще какая-то. О, Тару. I was wondering how long it would take you to find me, Nicole. Do I? Do I know you? Come now. Do you not know your childhood friend? Has time ravaged your mind? Ну, по всей видимости, это тот чувак, который драгона не получил, брательник, да? Thought you were dead? Нет? I heard you were at Healer Hall after being rejected at the Impression. Then you disappeared. So you are the Hold Lord here? But I see you have a lot of questions. But they are going to have to wait, my old friend. It seems Sabor and his entourage have arrived. And the outlook is not favorable. Natisha! You're not going anywhere, Ron. Никуда не поедешь. You're responsible for all this. I can't let you go. Well, I will have to. Че, и с тобой драться, что ли? Не. Да давай ты жри. Гилоид. Мо. It seems my disease has taken its toll on you too, Dakar. Tis a shame. As for all the dragon riders I have met, you were the most. Agreeable. I would have tried to turn you as I did the others, but you always seem too loyal. Болтя в спину просто пострелять и все. If I'm to die by your hand this day, just tell me why. Because Zenth was supposed to be mine, Dakar. My father never forgave me the shame I brought upon him. Even though he knew I had no power over him. Странно, он же вроде братом был. А не другом, с разными отцами, типа. Короче, что-то с переводом дичь. Скорее всего, ты брат. Так его же звали, по-моему, по-другому, брат этого. Что-то...
There is more to the story than that, Cole. But I'm going to have to leave it there. It seems that your rescue party has duly arrived. Эй, эй, я там бы хотел еще посмотреть, что там... Hold where you are. This will have to wait for another time, Decor. Stand away from him! Decor! Decor is over here! I said hold! He's weak. Natov, get Zenth! Get him, he's escaping! Sabor! Круглый меч. Дерутся круглыми мечами, это зашибись. Все как в бреду. О, сбора порешили нахер. А, это же Талита, которую не захотела. Ясно. Где-то. Ну чуваки, меня перенесли, я там еще не все сделал. Твою мать. Короче. Придется опять слушать все это заново, то, что они там трындели. Мне там тот кусочек нужен был. Отлично, а вот если бы я их не достал, все жопа была бы. Несколько недель. А я не смогу уже. Не смогу. Я же, по-моему, сохранился как раз после бойки. То есть ничего страшного. Твой приход. Где? Хорошо. Мне вот эту вот литу, пожалуйста, для упражнений. Здоровье, нихера, репа улучшилась. Так, давайте сохраним. Вот сюда. Так, и загрузимся. Это у меня верхние уровни. Ну да, это не то автосохранение, которое хотелось бы. Ну, значит, берем вот это вот. Загружаемся и смотрим, что там... В этой херне. Так, все, здесь мы победили этого чувака. Колокол звонить не обязательно. Я не знаю, что там... Твою мать, ты кто такой? Я офигею из этих глюков, короче. Захожу такой, нихера себе, думаю. Великан. Стоит, путь преграждает. Так, у меня же все есть, да? Я же того чувака завалил, мне когда ключ дал великолепный, не знаю, куда его девать. Подожди. А, вот, большой бохато украшенный ключ. Куда его девать, я не знаю. Ну да ладно. Так, давайте посмотрим этот верхний этаж. Здесь какой-то проход. Пароход. Да что такое? И какая-то отметина. И что? Отметина. Может, ключом этим надо было воспользоваться? Я не знаю. Так, давай, короче, это толкай. Нам это пригодится. Придется еще раз драться мне, видимо, с чуваком тем. Ну да ладно. Берем эту шняшку. Часть какого-то диска. Ну, это непонятно. Может, это как-то на следующую повлияет? Я не знаю. Может, богато украшенный ключ поможет мне.
использовать. Это отметина. Что за отметина? Карта. Посмотреть карту. Уже не ясно. Подожди. Стоп, а это что? Брошь Билана, ну-ка. О! Главное потыкать. И дали. Честь какого-то диска. 5. Главное потыкать. Правда, я не знаю, куда это говно вставлять. Вон, ходовой. Чё вот это такое? Как их посмотреть? Не знаю. В общем, что-то полезное. Значит, ради этого, в принципе, придется. Карту я не могу взять. Бутылка с жидкостью. Ни хера не понимаю, зачем она нужна. Все ключи. Молот. Зачем я этим колоколом там дубасил? Не знаю. Ладно, пойду на паузу, короче, завалю этого чувака. Ключ с символом рудокопов? Может быть, к тому дому, который возле рудокопов, надо будет слетать, кстати. И проверить. Так, я хочу к тому чуваку прийти в костюме для езды. Устрашающе так, чтобы быть. Берем в руки, значит, меч. Голова с плеч. Берем, я сказал. И вот так вот. Ну и сохраняемся, собственно, на этом месте. Чтобы на всякий случай на другую позицию. А то, видите, пропустил бы. Ну я пойду, значит, с ним драться пока. Тогда на паузе. Ну что ж, продолжим. Короче, я завалил того чувака опять с первого раза. Как видите, я продолжаю находиться в костюме маньяка. Теперь у меня дома тут почему-то хозяйничает Джиллиан. Я не понимаю, почему. Яичко надо еще положить. Появился белый дракон. Не знаю, что он дает, честно говоря. И где он вообще сидит? На какой-то полке сверху, повыше. Ты не понимаешь? Где мне его взять? Джиллиан. Куда ты? Что, нифига себе ты носишься? Пойдем, Джиллиан, поупражнять. А, вот он. Ну, ясно. Что вы сюда затянули? Я не понимаю, какого хрена. Не знаю, зачем белый нужен. Что он дает? Но мне все еще нужно прокачивать мозг, как вы видите. Сколько у меня там осталось? Всего-то ничего. 200 очей. Чуть меньше. А здесь у меня репа уже подросла прилично. То есть я уважаемый человек. Наверное, могу тут уже хозяйничать. Пойдемте, как всегда, делать обход. Так, что закрыто тут. Давайте зайдем к этому хрену. Хрен еще, он явно что-то мне сказать должен. О, наконец-то захотел со мной побазарить. Небольшая анкнован честь. How can it be an honor to see such a disheveled face? I have heard about your exploits. You seem to have been keeping yourself busy. I'm not sure busy is the word. You're something of a hero around here, and you'll be pleased that that nasty business about you being a traitor has all been cleared up. Vahul's dragon communicated with the others in the Weir and cleared your name. Так вот, дракон накапал. Indeed. Now there is another matter I wanted to discuss with you. Oh yes. Now as you can see, I'm not quite as agile as I once was, and with Nalaya gone, I've been thinking. I'm not going to contest the next mating flight. Еще. Zenth is far the best bronze we have now that Branth and Katan have gone from us. Блин, Катана жалко реально. Шкатан. I do. What I'm trying to say is that when you picked the candidates for the Weir Woman,
Choose carefully, as Zenth may well have to fly the new goal. Во! Мужчин. I'll bear that in mind. That is all, Декор. Я, короче, буду женщину выбирать. Ну, мне, вы помните, короче, мне нравится и та, которая здесь была. Две вот мне нравятся. Репа еще подросла. Мозг кто у меня? А, надо же подлечиться, а то я полудохлый бегаю. Факай. Блин, ну мне дадут? Передадут мне управление или нет? Так, до сих пор в покое Факая я не могу. Так, что-нибудь мне еще сказать? Давайте сначала подлечимся. Так, уважаемый. Ну, чуть-чуть совсем репы дали. Чё так мало? Чё у меня всё забрали? У меня столько травки было. Суки. А если я сдохну сейчас? Маразматики юные. Так, Факай. Декор. Good to see you again. And you, Vakai. Обменялись любезностями. Both myself and the Weir thank you. I can now spend my time searching for a rider who is very highly regarded in the Weir to make flight leader. Perhaps you will return to me at a later date. I will, Vakai. I will, Vakai. Все, давайте мне управление. Давайте зайдем к этой маромойке. К мымре этой. Она явно должна уже нас пропустить. Я уважаемый человек. Что? А-а-а. Ну так бы сразу. Тебе не стыдно, что не пускала столь уважаемого человека? Маромойка. Так, сейчас. Что херню читать я не хочу? Гляньте картинки. И шо? Шо за... О, гляньте, баба с сиськами. Трындец. Меня сейчас забанит ютубчик. Интересно. Давайте все понаблюдаем, все картинки посмотрим. Ну, симпатичные, конечно, арты, но... Что мне с этого вот? Опять какие-то... О! Грибной домик! Какие-то леса, хреноса. Так, это тоже было. Не, мне это не интересно. Дракончики. Твою мать, нихера себе. Фу, какая гадость. Еще не рисуют. Вот, бля. Это что там, живность такая? Однояйцевые, блин. Трындец. Кокоша. Твою дивизию, блин. Такого увидишь, так сразу обосрешься. Да, офигею. Ну, а там еще ключик какой-то лежит, или что это? Так, какие-то арты опять какого-то чувака с драконом. Такой. Дракон сверху. А, я тебя сожру. Иди сюда, дорогуша, дракон. Вот это вот то, что у меня на картинке на главной. Это все арты, наверное, разработчиков к этой игре, скорее всего. Вот что-то и есть. Ламрат, остров Иерны. Ну давайте почитаем. Великая крепость Бухты, основанная нашим предком лордом Ториком, лежит на расстоянии от древнего покинутого острова Иерны. Основная черта этого острова – это вулкан, который доминирует на ландшафте. Сам ландшафт пустынен и изъеден толстошипом и иглошипом. И единственные обитатели его – яростные дикие котки. Кошки, я понимаю, что кошки. Полагают, что древние крепости и храм были построены много поворотов назад, но потом были покинуты и теперь остаются таковыми, вдобавок будучи очень опасными, чтобы мы могли ими воспользоваться.
Род. Род в честном соревновании с Далькорном на церемонии рождения Род не смог впечатлить дракона, и по этой причине мальчик был отвергнут своим отцом из Вейра в возрасте 12 лет. Ну, придурок, отец, какие-то вообще трындец, какие-то у них нравы там. Он отправился в палату лекарей. Да, он стал прилежным учеником, но его гонор выдал его, и главный лекарь был вынужден. Так вот, это про Рота рассказ был. Ага, вынужден исключить его. Поверженный и обездоленный, Рот повел долгое время в путешествиях, и последний раз его видели на Южном континенте. Ну, все ясно, короче, сами себе создали проблему. Давайте про Ламбрата почитаем. Ламбрат – помощник и кузен лорда Гральта. Ламбрат – это человек долга. Если он хочет, чтобы что-то свершилось, он позаботится о том, чтобы это свершилось как можно быстрее и эффективнее. Он представляет собой странную смесь личности. В один момент он как начинаю читать, засыпаю. Вежливо хотительно, и в следующий момент он надменен и неуважителен. За его поведением ощущаются какие-то личные планы, над осуществлением которых он усиленно работает. Ну, ясно. Нахер. Конец. Ты сказочки конец, а кто слушал, молодец. Железный ключ с выигранным символом гильдии Харпер. И куда мне его? Пхать. Ладно, почитали здесь. Я думал, мне мозгов больше дадут, но, увы. Это, как говорится, сами можете видеть, от чтения мозгов не прибывает, по крайней мере, в этой игре. Шутка, конечно. Читайте и наслаждайтесь книгами, ребят. Так, что тут у нас на средних уровнях происходит? Тут, походу, вхал был, да, спал. Вхал теперь... Не, он не труп, он отверженный. Тем закрыто. Давайте сходим к моим любимым поварам. Я ж вроде все уже ему достал, то, что ему нужно было. По-моему, да. И поваришка Рёма. И сейчас посмотришь. С этими дополнительными ожогами. Ай-яй-яй-яй. Так, что? Ты... мне еще ему что-то нужно принести. Твои? Я думал, это все, что там в журнале новенькое. Ну, я принес ему вообще все. Не знаю, что тебе еще надо, скотина ты такая неблагодарная. Ты че тут, Томас? Чего? Ты кого тупым назвал? Немного туповатый, блин. So we had some replacements come in from other holds to help us get back on our feet again. Thing is, I'm used to working with my own staff, and Roath hasn't shown up today, and this other drudge, Soliard, has vanished too. Какие-то, блин, у тебя проблемы, думаю. Anyway, listen to me carrying on. What'll it be, my friend? We have one pie left and a few meat rolls and some citrons. Давай все. Давай мне мясные рулеты. A wise choice, if I may say so. Вкусный. Да, еще давай. Пирог давай. The meat pie it is. Так, и лимоны тоже гони. Сука. Ты куда свалил? Что с тобой? Вот этого только не хватало. Я не хочу заново все. Опять мне заново все это перепроходить. Сука ты такая. Короче, буду знать, надо будет сваливать. Все, все, вот нереально. Все кнопки повисли.
Надо даже игру перезапускать. Маразм. Ну, просто не отпускает на управление и все. Ладно, продолжим после паузы. Так, хорошо, что есть автосохранение на кухнях, поэтому давайте пойдем опять переговорим с Томасом, с этим придурочком. Ну, это уже на паузе продолжим. Так, вот он, короче, должен был уйти, по всей видимости. И все, я, короче, взял у него лимон. Он просто у меня уткнулся и все. Так, давайте пожрем. Свежий фрукт, ладно. Давайте, вкусный мясной рулет. Трындец, подправил я здоровье, называется. Было пирог просить. Да ладно, что-нибудь еще найдем, я надеюсь. Так, здесь ничего больше нету. Юрик! Здорово, тезка. Hello, Eric. My duty to you, Dragon Rider. No need to stand on ceremony, Eric. Well, I feel I have to. What with you being... Вот этого не надо тут. Думал, что должен быть рядом. Действительно, бессмыслица. Что это не ты на меня, а я на тебя наткнулся. Is something concerning you? Well, because of the disease, we've lost a lot of staff from the Weir who went to Fort for the Gather. So we've had a lot of unfamiliar faces around. Some of them I don't trust. А меня-то что с этого? Well, no one in particular. It's just that Roarth has gone missing and I'm a little concerned about him. Что это такое? When did you last see him? Well, he seems to have been quite friendly with this new drudge that works in the kitchens. Strange looking fellow. Can't remember his name, but I'll wager if you find him, you'll find Roarth. I'm sure he's fine, but I'll keep my eyes open for him. My eyes open. It's just not like Roarth to miss his duties. Так, мозги подкачал, хорошо. Ну-ка. Что там такое? Роверс рабочий, не пришел утром на работу. Его недавно видели вместе с другим рабочим крепости Холд. Че мне до ваших биопроблем? Честно говоря, вообще плевать. Ну-ка, а ты что скажешь? Да ты больной до сих пор, где лечись? Вон зубы желтые, глаза желтые. Трындец. Так, а ты что еще скажешь? Да блин, я хотел просто уйти. Так, а тот хрен не вернулся еще с моими рулетами. Вот он убежал резко. Сволочь. Стырил мои рулеты. Ну ладно, будем на полуиздыхании бегать. Нам не привыкать. Так. На нижний уровень не пойдем. Я вот сюда вот хочу еще сходить. Что-то я какую-то дурень видел. Ну это вот это вот. Ясно. Здрасте. Свалил куда-то и начал со мной разговаривать. Подкалывает он меня. Собор не смог. Ну да, а этот по жизни улыбается бородатый, чтобы не случилось. Он такой, я такой, я не понимаю. Я такой, я не понимаю. Ну какие-то бритоголовые идут, нигеры. I won't dress this up any more than need be, Decor. The rest of the wing, well, the majority anyway, would like you to be wing leader. Что ты не оденешь? Me? We think you're up to it. And Zenth is a fine beast, more than worthy of flying the new gold. Хищник. Хорошо, за золотом сбегаем. Many lives to call. Many people congratulate you for such. You have ample sense about. Да я вообще хожу в костюме маньяка, вы что не заметили?
Vakai has approved it and said we were to break the news to you as soon as you recovered. Raise your spirit somewhat. Да куда уж тут поправишься? Мне там только пирог дали и лимончик, чтобы подлечиться. Никто... Столько лечилок было, все позабирали, суки. Гай сохранял, не знаю. Ты что, намекаешь на то, что я худоват? Морда ты. Опять начинается. Nursing a sore head. How do you feel? Okay, I suppose. What if Sabor? О, это опять все будет. Sabor didn't make it. Короче, уже я думал, уже опять эти чуваки уже начали подходить, разговаривать. Думал, ну сейчас мне морду набьют. Но нет, резко закончился весь разговор. Здорово. Фух, я думал, опять сейчас застрянет нахер. Well, Roth is still out there somewhere. No, I mean about the uncontested flight. I sensed that you perhaps are not as jovial as the rest of the Weir. Oh, it's nothing. I know that a bronze and zelень. You deserve to fly the gold. You have earned. Ну да, поищу себе получше кого-нибудь вместо тебя. A few years before Zenth flies the gold, she will have to mature first. What are you saying? I'm saying that nothing is certain, Lita. That is good to hear. Besides, who is to say that the Hatchin will not provide us with more bronzes? О чем поговорили? Вообще непонятно. Так, ладно, пойду. Еще той бабе квест сдам. Так, давайте глянем, что здесь происходит. Да ничего, по сути-то. Эй, куда я там зашел? Трындец. Эта камера меня убивает. Что здесь? Что здесь делать? Здесь нет никого. Чужим покоем шляемся только. Закрыто все. Ну ладно, не надо, так не надо. Иногда эта игра, конечно, вымораживает по полной. Так, о, сейчас я тебя пристрелю в эту, куда? Я же тебе только стрелять собирался. Отлично. Наконец-то перестанешь мучить меня своими вопросами. I have almost completed the tapestry, and the final weave will detail Iron Island. I hear an old temple was found there. Can you tell me what features lie inside? Ничего я тебе не расскажу. Грибки и статуи, тонкий шип и игольчатый шип, колонны и кошки, узорчатые врата. Давай, грибки и статуи, короче. Статуи там есть. That must have been a wonderful sight under our two moons. I didn't have much time to take in the views. Indeed. But can you tell me how many statues were in the temple so that I can time for the hatching ceremony? Four. Wonderful. With your help, Dikor, in answering all my questions so easily, I believe I will finish this tapestry in time to be a potential weirwoman. Ты еще? Не-не-не, я тебя точно не хочу видеть. Потенциальной хозяйкой, даже потенциальной хозяйкой Вейра. Мозги бы ты мне лучше при... А, о, мозги. Хорошо. Найдено потенциальное. В Бен, похоже, очень жителей. Мары. Можно попробовать, теперь доверять, просто рассказать. Мара будет еще одним достойным, великолепным. До свидания. Ты меня не устраиваешь, милое создание. Ну, давайте, значит, здесь все, походу. Давайте униз. Прогуляемся по чаше напоследок. Пару мест еще потом нужно будет заглянуть. Да.
Так, этот чувак что мне скажет? Тоже опять бизи. Будешь мне... Охереть, он мне дерзит. Так, ну... Наверное, за жучками-паучками я уже не буду носиться. Благо, я уже забыл, где он находится. Ну ладно, конечно, отнесу. Ну, на берегу моря, я еще помню, еще один есть. Но я не уверен, что я там окажусь. Еще раз. Так, давайте по чаше пробежимся. Там уже бабья этого в этой стоит. Вот чисто вот зайдем глянем. Сколько их там? Натушено просто. Вон, гляньте, тут трындец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кандидаток, а ты что скажешь? Охереть. Хотя бы видишь, с кем ты говоришь. Не с каким-то там героем, а с маньяком. Зарежать ему как нифиг делать. Как два раза плюнуть. Ну ладно. Давайте здесь еще раз пробежимся. Сдадим квест этому чувачку. Ну и улетать никуда не будем. Наверное, пока. Ты опять появился здесь. И что тебе надо? I saw something rather weird that I think you ought to know about. Mm-hmm. I saw Rowath and some stranger entering into the caves about 5 minutes ago. I wouldn't have bothered normally, but didn't Master Smith Gethin declare that area out of bounds? Yes, I seem to remember he did. Thanks, Kendrick. Псих, ну что, в пещеру надо сползать. Ладно. Сходим, а. Так, что я опять что-то могу отсюда достать? Да вы шутите. Еще одно яичко. Тротики. Ну, спасибо, Зент. Ты самый лучший друг. Поднял... Ведрышко и говорит, мне силы увеличиваются. И этот, наверное, слег, короче, уже все, его точно уже не стало. Пойдем сходим с той стороны, с этой обойдем там. Посмотрим, что-нибудь пещеры подались. Ты куда собрался? Да, да, давай, насекомых. Жрет она у тебя там, дочка этих насекомых. Imogen will be so pleased. If you find any more, please bring them to me. Репа растет, мозг не растет. Ну да ладно. Так, что-то там... Кто там стоит? Ну ладно, сначала сходим сюда. Подсвыркаем. Опача. Ты чё тут делаешь, мудло? А вон там, я травичку вижу, надо скушать. Опачки. Видите, что творится? Блин, помер. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять репа улучшилась. Хера я сюда вышел. Я там травичку хотел. Поднять. How long until the hatching? Morath says soon, very soon, before sunset. Then we don't have much time. Gather four of the riders you most trust to keep a vigilant eye on the hatching ceremony.
Так, Жи, новая информация в дневнике. Роас рабочий не пришел утром. Так. Здесь Рос, он хочет отравить золотое яйцо. Мне надо связаться с остальными, чтобы немедленно схватить негодяя. Так, ну, честно говоря, типа сюжетки это прямой путь к финалу. А у нас, как бы, есть еще кое-какие дела. Так, ну-ка. Поднимай. Вот, целебная трава, отлично. Это что за дырень? Так, а здесь еще можно прорубиться, слушай. Ну-ка, давай, руби. Что-то, скорее всего, там мог сделать и с этим... Ой, так я его что, порубать мог этот? Колокол. О, медицинский напиток, нихера себе. Хорошо. Что, больше здесь ничего нет? Обыдный случай. Может, я его порубать мог? Действительно, тут колокол. Хер пойми. Так, ну здесь явно некуда идти. Ну и там будет мост оборванный. Ну да. Идти некуда. Ну да ладно, здесь в принципе делать больше нечего. Да, я, наверное, мог там и порубать, действительно. Я что, знал, что ли? Не мог я знать. Так, там еще какие-то чуваки были, давайте к ним подойдем. По крайней мере, мне так показалось, что здесь кто-то был. Да, о, какие-то заговорщики. А, это Джакс и этот. No, Jax, I can't play with you anymore. My mother says so. What are you talking? Oh, I see. Yes, Jim, it's probably for the best. Don't worry. I won't tell anyone I saw you young men playing together. Подколол, короче. Я никому не скажу, что вы тут друг другу теребите. Ладно, я думаю, тогда на этом пока закончим. Сейчас жрачку, травичку сожру. Наверное, нормально будет. Давайте подлечимся нормальным медицинским напитком. Что не буду дохлый ходить, выпью водки. Да буду зверем. Так, больше тут же ничего нету. Там какая-то девочка, говорят, должна быть. Припевочка. Ну не. Никого нету, никаких девочек. Поэтому ладно, будем тогда уже в следующей серии допроходить. Ребят, спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.